О, правда, издалека. Ну ладно, охрененно. Красава. Сука, против солнца, блядь. Потихоньку. Второй крючок. Так, ну кто ищет, от всегда находит червяков-то. Так, все, сейчас пробую, спускаюсь. Цепляюсь за вот этот куст и пошел. А здесь уже все спокойно. Можно пройти. Я пойду туда. Классное место, очень классное. Клюет. Самое главное, удочку не успеваю закидывать. Вон такие места классные, крутые, просто крутые. Вон уже внизу. Полная красота. Вон как. Очень крутой вид. Буквально, наверное, как на Титанике, бля. Вот такой пейзаж открывается. О, видно прям как. Попробовать, можешь вон оттуда обойти. Да ты чё? Вот такая рыбка тут, аж крючки рвет. Опять за крючком идти, да? Блять, я срать хочу, я сейчас долго буду ходить, а то. А? А какой взять? Средний, блять, я хуй знает. Я не рыбак, блять. Или коробочку вот эту взять с крючками? А? Какой вид открывается. Вот здесь можно сидеть, грубо говоря, часами наблюдать за этой картиной. Часами. Да, здесь берега более такие спокойные, а там вон прям крутые берега. Сейчас попробую обойти. По той стороне спуститься. О, правда, издалека. Ну ладно, охрененно. Красава.
Бельгийцы только там крючки рвет, блядь. То ли рыба там такая большая, блядь. Прям уходит. Так, блядь, рыбалка невыгодная будет, блядь. Сейчас вот такое мы дадим. Ага. Свидетель. Против солнца, блядь. О, красава. Ну, потихоньку набирается. На жареху и на сушилку. Да, и на сушилку, на жареху. 300 рублей зазря не потрачено-то. Ладно, пойду я отнесу. А бумаги нет у тебя? Ой, ладно, лопушком. Короче, я так замучусь бегать только. Так, ну кто ищет, от всегда находит червяков-то. Вот сейчас такой палочкой нехитрыми движениями пополз. Есть так вроде пенек ковырнул. Сейчас покажу где. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Вроде наковырял с одного пенька. Закрываю его на место. Потом все это. Во! Прям червяков, грубо говоря, не надо покупать. Ебаный насрак. Крючок проебал, блядь. Второй крючок. Я успеваю только червяков, блядь, искать. Карась. О, вот это рыбалка, да. Вон такие жирные. Ни хрена, ну ты молодец. Ногтями, блядь, ковырял он. А потом вспомнил в лесу, блядь. Я тебе и нож дал бы. Все-таки, наверное, обойти вот эту хуйту. Так как здесь. Вот морда, прикинь. Слышишь?
вариант в рабочем стать мужчине? А? Или ты это вон? Нахуй наглеть. Наглеть тоже не надо. Не для вас, батюшка, тут. Не все делаю. Да, тут тоже места крутые, конечно. Не спустился бы, бля. Куда это нафиг? Так, не знаю, видно, не видно здесь. Но вид классный. Надо дела свои лесные сделать. Ну, я думаю, вот тут вот. Клюет потихоньку. Он там клюет. Зацепил. Сорвался. Так, Гашан сейчас будет закидывать удочку в речку. Ага, как водит он. Это рыбалка. Это пошла вот вправо прям. Хорошо ведет вон все. Красиво.
Заебись за вами наблюдать сверху. А? Ты чё ищешь? А? Червяков? Вон я там принёс, накопал. Ну чё, закругляемся, наверное. Эту съемку потом наконец оставлю. Кто сколько наловил. Будет интересно. Да, еще, кстати, посмотрим, чем мы морды поймали. Которую я нашел, закинул. Я ее все-таки решил закинуть. Без палева. Ну, получится, что получится. Не получится, так не получится. Ребята, напоминаю, озеро находится в Шанталинском районе. Вот. В Шанталинском районе Тархановки. Ну, сейчас подкормит. Красивые карпики. Так, эвакуируемся с этого места. Предкормленного, блядь. Пакет наполнился, блядь. Водой. Что? Мелочь не сдохла, да? Карасиков набрали. Неплохое местечко, Гашан, да? Так чисто душевно отдохнуть. Ничего, ничего, сейчас наверстаю.